Яички. Ну, я подумал, есть у вас в холодильнике. Вот где для яиц лежат лекарства, то где-то яйца здесь. У нас в холодильнике все в порядке. Тогда скажи мне, Леня, почему у нас полгода уже в холодильнике лежит эта половина луковицы? Мы ее съедим или это оберег? А это что такое? Ха, деревня, это сыр с плесенью. Зачем нам два таких дорогущих сыра? Это один сыр с плесенью, а другой подорожал уже в холодильнике. Йогурт пиздатый. А это кто там у нас? А это куриные. Свиные ножки, я их для холодца купил. Год назад ты их купил, Леня. Свинья еще целый год могла на этих ножках бегать. Давай их похороним. Я приехал с выходных, и мне еще надо готовиться. Кстати, выходные. Ты брал у меня контейнеры для еды. Где они? О боже, это были коллекционные контейнеры, выполненные из благородного пластика. Вот они. А вот это не наш. Капец. Ну почему капец? Лишний контейнер в хозяйстве пригодится. Сереге капец, это его контейнер. Там его такой же лобзик, как ты, башню отпиливаешь за эту реликвию.